Елбасының тапсырмасы негізінде ауыл шаруашылық жерлерін тиімді пайдалану бойынша айналымға енгізілген жерлерді 2012-2014 жылдарына көзделген түгендеу жүргізілуде. Түгендеу алаңдардың көлемін нақтылау, олардың жағдайын зерттеу және тиімді пайдалану жөнінде ұсыныстар әзірлеуді қамтиды. Территория области составляет 9 804 000 гектар, из них пашни 4 943 000, в том числе земли сельскохозяйственного назначения 7 300 000 гектар или 74%. Для инвентаризации сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот, на 2012-2014 годы из республиканского бюджета выделено области 93 миллиона тенге. В 2012 году инвентаризация была проведена по трем районам области на площади 2 365 000 гектар. По итогам проведенной работы выявлено неиспользуемых земель общей площадью 170 000, в том числе пашни 102 000, а также низкопродуктивные участки пашни 18 000 гектар, по которым ведется работа по переводу данных участков пашни в пастбища. Из 102 000 пашни неиспользуемых приступили к использованию 52 000 гектар, из них пашни 42. Поставлено на учет как бесхозяйное более 2 000 гектар. По остальным, по части земельных участков, ведутся работы по принудительному изъятию у хозяйствующих субъектов. Более почти 1000 возвращены в государственную собственность путем одностороннего расторжения договоров. В области проведена большая работа по заключению дополнительных соглашений к договорам аренды сельскохозяйственными формированиями, где включены пункты по соблюдению правил рационального использования земель, и при нарушении этих пунктов это дает возможность нам одностороннего расторжения. В текущем году будет проведена инвентаризация сельскохозяйственных угодий по 5 районам области на площади 2 109 000 гектар. В этом году агроформированиями области будут вовлечены в сельскохозяйственный оборот дополнительно 111 000 гектар. Вопросы эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, а также вовлечения неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот находятся на особом контроле. Рахмет.